Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня вы узнаете, что же я получил за 100 кило в соревновательном режиме. Я вам скажу только одно, это видео мне обошлось капец как дорого, и то, что будет в этом видео, я обещаю, оно вас точно очень сильно удивит. И, пожалуйста, ребята, не повторяйте это видео. Так что, ребята, присаживайтесь поудобнее, возможно, прямо сегодня вы будете в шоке, точно так же, как и я. Ребят, после съемок данного видеоролика я стал немножко бомжом, почему именно так, вы поймете дальше, поэтому я вам хотел бы разыграть данный АКР Некромансер, чтобы получить именно первое, поставить лайк и подписаться. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий плюс твой ID. И третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Всем желаю удачи. Ну что же, ребята, только что мы нашли друг друга в каточке. Ну что же, вот она моя команда. Антони, Карина Принц. Дальше, кто ты такой? Ё-моё, Кайфарик. И дальше Клейд. Ребята, вы самые-самые крутые, даже Муха. Я обращаюсь к тебе, брат, я буду по тебе скучать, но, к сожалению, вам всем придется выйти. Ребята, вы готовы это сделать ради меня? Скажите последнее слово. Каждый из вас. Антони, брат. Давай ты первый, брат. Говори, говори, говори. Алло, Антони, ты еще молчишь-то? Ну, блин. Кент лучший, брат. Раз, может, микрофон был искать. Слушай, Карина, это мужик или баба? Кто знает? Ну, по всей видимости, девушка, баба. Да? Карина, Карина. Кент, ну, лучший. Кайфарик, брат, говори, говори, говори. Брат, пару слов скажи. Осуждаем такие высказывания. Он пишет всякие непристойности, ребят. Если что, чат лучше не читайте. Так, дальше, теперь ты, Клейд, брат, последнее слово. Пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, вы все слышали, поэтому, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь, потому что прямо сегодня, ребята, мы выбьем АВМ Treasure Hunter, или USP Genesis, или Керамбит Голд, или... или давайте ничего. Давайте ради вас, Тайрэльс. Все, мужики, все выходим, все выходим. Мужики и Карина, все выходим, выходим, выходим. Все, давайте, мужики, гифтбокс. Да, кстати, а может, мужья, ну выйдем, может, выйдем. Так, ну что же, моя команда, ливаем. Ну а теперь, ребят, команда спецназа. Встречаемся на пункту А. Давайте, все двинемся на пункт А. Только, Антон, брат, бабу выброси перед выходом, да ё-май. Ладно, все, Антон, уже больше, все. Все выходим, ребят, все выходим. Кайфарик, выходим. Все, ребят, просто запомните их такими молодыми. Просто запомните. Я сейчас заплачу, запомните. Все, прощайте. Минус 2, минус 2. Они пожертвовали, их забанили. И это все ради вас, ради этого видео. Так, а ты какого хрена не вышел, Антони? Если ты не выйдешь сейчас с клана, выгоню. Вышел нахрен! Антони, мой братик, пожалуйста, выйди по-братски, окей? Давай, родники. Все вышли, кроме этого, Антони. Давай, брат, выходи, выходи. Тебя забанят на полчаса, ничего страшного, брат. Через полчаса можно даже раз стендов. Ой, блин, пацаны, как же это сложно, вы даже не представляете. Просто вот этот какой-то Антони не хочет выходить. Я понял, Антони. То есть ты, как я понимаю, ну, напросился, да? Антони. Так, ладно, ребят, пока Антони выходит там на самом андроиде, ребят, команды спецназа, я всех жду на пленту А. Прямо сейчас, ребят, я пленчу. Пленчу, говорится, вот эту бомбочку. Вот так, пленчу прямо сейчас. Давайте, 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 давайте. Опа, Антони вышел. Антони, красавчик. Все, ребят, все идеально. Я один их пятеро. Я пленчу бамбу. Ну что, ребята, первый, кого я прям сейчас прибью, это будет Импорл, брат. Ты был у меня как брат! До свидания. Второй, кого прибью, это будет так. Иди сюда, родненький. Это у нас Акирози, брат. Ну не можете сделать гик попроще. До свидания. Третий, Хард Модинг. Брат, ты был мне как брат, но сегодня, говорится, не твой день. Давай, братуха, песню девуха. И последний, Кибер Гордеев. Это мой главный братик. Гордеев, брат, пресс-эф. Ну шо, ребята, в первом раунде у меня 4... Не понял, а чем это 4 кило, а не 5? А чё у тебя 4 кило, а не 5? Так, ладно, ребят, ничего страшного. Все, поехали, делаем все то же самое. Я беру только АКРчик в этот раз. Только я чуть не понял, а чё у тебя 4 кило, а не 5? Я не понял, а кто это от меня запрятался? Кто это от меня запрятался? Блин, я надеюсь, что мне выпадет Керамбит Голд или, например, там, АКР ТХ, или выпадет еще что-то. Реально было бы очень-очень круто. Дамы и господа, леди и джентльмены, я пленчу бамбу. Давайте почини, пленчу, пленчу, пленчу. А ну-ка, встаньте все в ряд, ради интереса. Давайте попробую. Вот просто выйдет или нет? Чисто одной пулей всех замочить, почины. Все в ряд, давай, Гордеев, брат. Так, все в ряд, все в ряд. Ну шо, пацаны, по кому не попал, тот ну болевой. Ой, минус 3. Так, ну шо, брат. Можешь сказать последнее слово в чат, потому что, знаешь, ну-ка, некрасиво получить. Последнее слово, брат. Я понял. Гордеев, брат, последнее слово. Гордеев топ. Нормально, брат, я вижу, у тебя самооценка, все хорошо. До свидания. Блин, мне реально интересно, сколько же я ММР смогу получить. Продолжаем, потому что это только начало. И знаете еще, я еще, надо еще попробовать их мочить с одним закупом. То есть я больше ничего не буду покупать.
На скеле забрал, кто-то пишет в чате. Ребят, ну конечно, на скеле. Ну а что вы здесь скажете? Вы здесь скажете, что мне поддавались, ребят? Ну тут только скилл-то. Так что, ребят, давайте максимально собрались и полетели. Жду всех обратно же на пункту А. Все, мужики, поехали. Жду всех на пункту А. Слушайте, а если я вас буду мочить с ножом, мне будут давать больше очков или нет? А давайте-ка прямо сейчас проверим. Просто смотрите, небольшой эксперимент. Гарди, брат, ну ты пойдешь первый у нас. Так, блин, а сколько у меня было до этого? Так, сейчас 24 очка. Стало 26. Один из пистолета пробую. 28, ну ё-моё, ребят, ну что-то вы вообще изичи. Давайте, давайте, до свидания, до свидания, до свидания. Блин, братан, ну я конечно, не хотел, ребят, ну просто раскидал соляну с ножа чисто. Минус 5 сделал. Ну а что поделать, ребят, киберспорт, он такой. Блин, почему мне реально интересно, что же я получу в конце этой каточки, потому что мне что-то так подсказывает, что у меня очень большие шансы получить какой-то крутой скин из МС-коллекции. А вдруг это будет... Керамбит Гулд. Или, а вдруг это будет... блин, что это еще может быть? Я даже не знаю. Ну, короче, а вдруг это будет что-то еще крутое? Да что там еще есть? USP Genesis мне может выпасть. Мне, ребят, еще может выпасть... AVM Sport V2. Да мне все что угодно может выпасть. Брелокоч, Пачмак, например. AVM Sport V2! А ну скинь, посмотреть. Вот и так люди живут. Ну, посмотри, да? Вот так вот люди живут, так говорят, бедные подписчики кента. Буржуа, зажрались. Так, ребят, все в ряд, ребят. Сейчас будем проверять небольшой лайфхак. Сейчас чисто минус 5. Так, головой не двигаем. Да ё-моё, у кого такая голова там маленькая? Так, слышишь, брат, ты можешь стенку посмотреть? Вот этот второй. Браток, стенку посмотри, в стенку. Брат, брат. Блин, ребят, он походу чем-то болен. Ладно, он стоит АФК. Так, все, пацаны, смотримся на меня. Улыбочку. Опа! Ну шо, брат, я тебе хочу сказать только одно. Пока. Пока, Андрей! Кто Андрей плюс чат? Так, ребят, ну что, пока же все по плану, 4-0, говорится, все положено, мы красавчики, идемте дальше. Блин, мне реально интересно посмотреть, сколько же я ММР получу и что же мне дадут в конце этой каточки. А прикиньте, в конце каточки дадут бан, типа... Кента ПК, вы насколько хорошо и отыграли, что мы решили вас забанить. Ой, блин, это было бы не смешно. Античит система, пожалуйста, не бань меня. Так, ну шо, ребят, я, короче, беру обратно вот эту бомбочку. Сейчас мы оплендим, как положено. Ё-моё, опять этот Гордеев самый непослушный. Гордеев, а ну залезай давай обратно. Давай, давай, ребят, если шо, я не читер. Пацаны, смотрите, встаньте все вот тут, видите, вот тут. Встаньте тут. Да не, не тут. Смотрите, видите вот эту стенку? Вот встаньте на длине всей этой стенки. А я сейчас буду узлом стрелять. Да, и ходите влево-вправо. А я буду узлом стрелять. Поехали, мужики. По кому попал тут, ну... Ё-моё, что... Нормально, первый пошел. Да трындец! Да трындец! Засранцы! Ладно, пацаны, все, время уходит, время уходит. Все. Да хватит бегать! Все, 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 все ко мне, все ко мне, время еще выйдет. Сейчас рванет. Уля! Сейчас будет бом-бом. Ох, блин. Трындец, у меня вперед на смерть! Вот это я ну, ребят. Понимаете, насколько все плохо? Я сам от себя умираю. Это просто трындец! Так, ребят, ну что, встречаемся обратно на том же самом пленту, надеюсь, вы все запомнили. Я скажу сразу, я против буста и так далее. Это все чисто в целях эксперимента, потому что хочу выявить... Керамбит Гулд, USP Genesis и AVM-TH. Так, давай слезай, ё-моё, слезай. Ребят, чем мне брать еще одну игру? Короче, смотрите, пацаны. Игра называется «По кому попал, тот сдох». В чем суть? Вы будете бегать вот только возле этой стенки, поняли? Только тут. А я буду по вам стрелять! Ну и по кому попал, тот неуболимый. Ой, ля, пацаны, ой-ой-ой. Давайте, давайте, давайте. Кто последний выживет, добавляем друзья. Так, пацаны, давай, шучу, я всех добавлю, друзья. Оп, поехали. Да ё-моё! И кто последний остался? Брат, ну ты прям треско живучий. Давай, давай. Ну, ребят, вы что понимали? Знак благодарности. Я их бесплатно всех добавляю в друзья, потому что они мои братишки. Большим спасибо за помощь. В этот раз хотя бы я не взорвался, как в прошлый раз. Все, ребят, нормально. 6-0. Поехали. Поехали, мужики. Ну, я скажу только одно. Ну, хэштег не паника. Хэштег мы красавчики. Ну и хэштег кентуха. Давай продолжение, потому что, ребята, если вы наберете, ну давайте, сколько там, ну 1008 лайков, то я готов снять продолжение данной рубрики. Ну, пацаны, прямо сейчас лайк, подписочка, а мы продолжаем дальше. Счет 6-0, все, пока что идет чики-пуки. Команды, команды, все возле стенки станьте. Давайте, давайте, я пленчик, бам-бум, опа, опа, плентим. Ну давай, свой Алик, давай, посмотрю, посмотрю. Вот так вот, ребята, вот так живут подписчики кента. Так, пацаны, теперь смотрите, в чем суть. Игра в новую игру. Я буду стрелять, пацаны, но в прыжке. Но с прицелом. Пока он попадает, тот неуболимый и тот помер. Давайте, пацаны. Опа! Да ё-моё. Да трындец!
Да блин, дерьмовая игра! Попал по типу, который стоял на месте, не двигался. Да хана! Вы же засранцы! Да, да, тупой! Это нереальная игра! Тише! Да ё-моё, пацаны! Я ща бомбом буду! Быстрей, быстрей, быстрей! А! Да куда? Бля, я ща рвану! Нет, нет! Не хочу ещё по две смерти! Нет! Твою налево! Вот это я бот! Ребят, ну хана! Да даже когда против меня типы играли, просто я ЛФК! Я даже сейчас слился, трындец! Просто буду, ребят, по вам стрелять и все. Вот как вам идея? Давай, брат, гордее, брат, хорош. Ой, ля, у него USP-то какой, а ну-ка. Я еще хочу проверить, сколько тычек я смог с USP забрать, а ну-ка. А, с тычки в голову забирают, я даже не знал. А ну-ка. Ну, не погано, ребят, ну посмотрите, чисто 96 очку. Слушай, это вообще закон или нет? Блин, ребят, такая хорошая стата. У меня 39 килов, а у моих противников по 0 килов и 8 смертей. Дяденька Кент ПК плентит бамбута. Пленчи, ребят. Не расслабляемся. Оп, заплентил. Ну шо, ребят. Давайте. Буду вам раздавать подарочки. Опа! Тебе подарочек. И тебе подарочек. А, ребят, ну как-то легко. 9-0 на изыкадочка. Так, пацаны, меняемся сторонами. У Кента 2 килла, притом от самого себя. Это уже завершающий 10-й раунд. И мы прямо сейчас узнаем, что же я получу. А вдруг я вообще ничего не получу, ну, по жопе, например. Как такое предложение? Кто первый прибегает, тот получает, ребят, быстрее, тот получает килл. Ладно, давайте, ребят, плентим бамбу. У тебя бамба? Не, не у него бамба, брат. Ну давай, плентим. Так, братик, стой, плыньте. Так, муха, давай, до свидания. Андрей, ну, пожалуйста, не издевайся над моими нервами, они на пределе, брат, я тебя прошу, не издевайся. Да твою налево, не издевайся. Пожалуйста, просто плыньте, брат. Не, это трындец, пожалуйста, Андрюша, мне еще плохо станет. Спасибо тебе большое, Андрюша, ну вот я не хочу первого замочить, за что ты бессовестный, бабу полчаса плентил. Ну шо, братан, давай раз на раз. Опа! Спокойненько забрали и дефьюзим бамбу, ребят. Ну что же, прямо сейчас мы все узнаем, сколько же получим мэр, потому что мне реально очень интересно, потому что у меня 118 очков. А ну-ка, давайте проверим. 123 очка, ребят, это мой рекорд. Прямо сейчас узнаем, что же я получу. Давайте, ребят, держим кулачки. Так. Ой, как новый мэр, ой-ой-ой. Мать моя женщина, 109 ММР. 109 ММР, это рекорд мира. Это рекорд мира, 109 ММР, понимаете? Я такого никогда в жизни не видел. А как? 109 ММР, мать моя женщина, обалдеть. Вы понимаете, я насколько много получил, что там даже все не отобразилось. До сих пор звук ММР, вы слышите? До сих пор был звук ММР. Я никого АВМТХ не получил. А ну проверим, поднял ли я звание или нет-то, ребят. Ой, блин. А прикиньте, меня сейчас чемпион. Вот это я буду просто в шоке. Потому что я точно апнул рейнджера. Это 100%. Ну, апнул ли я чемпиона, это уже другой вопрос. Так, проверяем. 1569 МР. Обалдеть. К сожалению, авик ЭТХ я не получил. Но зато, ребят, я получил 1569 ММР. Мать моя женщина. Это обалдеть, как круто. Погнали в каточку номер 2. Ну что же, ребята, это каточка номер 2. И моя команда должна выходить. Так, моя команда, пожалуйста, выходим. Кстати, да, я еще пробую один новый челлендж. Знаете какой? Я не буду вообще ни разу за всю каточку делать закуп. То есть я когда-то где-то такое видел, что если ни разу за всю катку не делать закуп и при этом выиграть 10-0, то тогда есть большой шанс получить скин из MS коллекции. Команда, ну я вас тоже прошу, ну сколько раз я спрошу, просто выйдите, моя команда. Выйдите. Моя команда, выйдите, плиз. Ну что, ребята, прямо сейчас, что мы делаем? Мы, как обычно, по дефолтику плентим бомбочку, да? И начинаем, ребята, делать... Опа! Да-да-да, отстань! Брат, ты был мне как брат. Так, ребят, чего-то я не понимаю только одного, а чего это паштет-то не выходит, братик? Брат, что-то он сидит на одном колене, ребята, и не выходит. У меня такое ощущение, что ему плохо, не? Паштет, выйди! Прямо сейчас, ребят, как обычно, вначале плентим бомбочку, а после этого уже делаем минус 5. Давайте, ребят, поехали. Запрыгивайте мне на голову, ребят, запрыгиваем мне на голову, запрыгиваем. Опа! Первый пошел, кто сейчас запрыгнет? А ну-ка. Оп, второй пошел, оп, третий пошел. А ну, прыгаем на голову. Четвертый пошел. Да, отстой! Оу. А где пятый? А, пятый, наверное, стоит АФК, то не писали, там пятый, мол, стоит АФК, братик.
спасем за фломастер. Прямо сейчас, ребята, я спрошу только одну. Прожмите, пожалуйста, лайк за такой контент. Если вам жалко этих ребят, ребят, просто напишите сердечко. И к вам жальче больше всего. Потому что, ребята, все ребята большие молодцы. И они ради меня сливают свои звания. Поэтому им большое спасибо. Даже не то, что ради меня, ради этого эксперимента, ради видео. Для того, чтобы вам было интересно смотреть. Уважение, просто уважение, брат. Уважение, уважение, уважение. Уважение, просто под своим чате. Проявите уважение тоже к ним. Напишите ник кого-то из них и сердечки в чат. Ну что, братик, родина тебя не забудет. Подписчики тебя не забудут. Ребят, ну реально напишите книги и сердечки в чат. А особенно Гордеева. Куда дефьюзер собрался? Оп. До свидания, до свидания, до свидания. Ребят, то есть, например, если подать Кирголд, я его делю на 10-х, каждый получает по 9000 голды. Поэтому, ребята, все это ради нашего общего блага. Ну что, прямо сейчас плыть бамбу, ребят. Опа! Заплатили. Ну как-то я их даже не почувствовал. Кстати, да, мы еще проверим, чтобы у меня было вообще 0 смертей. Посмотрим, сколько же мне ММР дадут в таком случае. Поехали. А я, ребят, играю без закупа. В этом-то и вся суть, понимаете? То есть я прямо сейчас абсолютно без закупа вас выиграю 10 раундов подряд. И мы посмотрим, сколько же мне дадут ММР. Я надеюсь, что не будет написано, например, в истории матча, типа, результаты отменены. Я очень на это надеюсь. Так, ребят, ну что, пленчу бамбу. И обратно же делаю минус 5. Играю в 30 кд, но как-то вообще даже не чувствую. Вы что, это хаешки-то бросаете, ребят? Хаешечки не надо. Обратно плентим. Уважаемый, сюда. А давайте вот с одним патроном все, чисто. Да ё-моё, кто флешку бросил? Вот с одним Гараева нема, вы все равно бросаете. Так, пацаны, до свидания. Не, ну, ребят, ну неплохо, неплохо. Чё произошло? Вы зачем друг друга гранатой? Вы чё делаете? Вы чё делаете? Вы адекваты? Зачем? Зачем вы не руините, пацаны? Зачем вы сами себя хаешки-то подорвали? Ребят, ну я ж по-нормальному попросил. Зачем вы так делаете? Ну не надо так, пожалуйста, ребят. Ну кто эти три, блин, олуха? Ну зачем? А то по бесплатной роли в Дискорде никто не получит. Кстати, да, ребят, если хотите сниматься со мной в таких же видеороликах, ссылочка на мой Дискорд есть в описании. Залетайте ко мне в Дискорд. Я жду каждого из вас в Дискорде, потому что там мы, ребята, почти каждый день или играем в ММ, или снимаем в подобных видеороликах. Поэтому, братишка, по ссылочке в описании залетай в Дискорд. Мало ли, я прям сейчас там снимаю видео. Так, ребят, плендим бомбочку. Давайте, ребят, все в ряд, все в ряд. И сейчас чисто, сейчас чисто. Один выстрел, ну что, мужики, так, тише. Все смотрим на меня, ой, красавцы, сейчас будет минус 5, чекайте. Ой, это хорошо, так как, пацаны. Поехали, ой, прям, пока что все максимально хорошо. Ой, блин, а кто это вылетел? Ой-ой-ой. Так, ну что же, погнали, погнали, погнали. Обратно же, идем, идем, пацаны. Жду всех на поинту, а. Первый получает пулю в лоб. Ладно, все, 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 остальные бегите, бегите. Все, первый получил. Давайте, ребят, блендим бомбочку. У кого бомба-то, ребят? Давай. Ты куда? На кого нож-то? Да-то хватит убегать-то. Давай, давай, давай. А, все? А где бомба? Ля, бомбы нету! Бомбы нету! Она сейчас сверху? Фух, ребят, я уже испугался. Ну что же, и прямо сейчас мы узнаем, что же я получу. Я за всю эту катку не делал ни одного закупа. Я за всю эту катку получил 0 смертей. И мне реально интересно, что же я получил. У меня 115 очков, ребят, давайте смотреть. Давайте просто смотреть. И что же мне дадут? Просто, ребят, давайте хэштег AvicTH. Поставьте видео на паузу и напишите AvicTH TierGold AVM Sport 2. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, 111 ММР. Мать моя женщина, 111 ММР. Это рекорд, это мой личный рекорд. 111 ММР, я мастер, я мастер. Спасибо большое всем, кто мне помог в данном видеоролике. Я мастер, я просто в шоке, ребят. Я мастер, я даже почти элита. Так, 2000 опыта. А ну-ка, может какой-то скин дают или нет. Смотрим, смотрим, смотрим. Ребят, внимательно смотрим, внимательно смотрим. Так, 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 так. А ну-ка, AvicTH дадут? AvicTH мне не дали, но, ребят, мне дали мастер, и я просто в шоке. Миф официально опровержен, потому что если вы будете делать вот таким вот образом, собирать пати, то Nameless коллекция вам не выпадет. Но зато у ваших противников отнимут очень много ММР. Андрюша, сколько у вас отняли ММР? Скажи, пожалуйста, брат. Меня сняли 120 ММР. Брат! Брат, извини, пожалуйста. Блин, реально, брат, ну это все ради эксперимента, все это ради видео. Короче, ребят, недолго я радовался, потому что спустя 10 минут после снятия этого видеоролика я кое-что получил. Я реально кое-что получил.
Но это не Nemesis Collection, твою мать, это бан! Я очень надеюсь, что меня разбанят. Это видео очень многого для меня стоило, поэтому, пожалуйста, прожмите лайк и подпишитесь на мой канал и напишите хороший комментарий. Надеюсь, меня разбанят.